Никандр – мастер, художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Учился в Абрамцевском художественно-промышленном колледже имени Васнецова. Занимается резьбой в разных стилях с 2010 года. Я познакомилась с Никандром, когда мы устраивали с ребятами в Шушинском фестиваль, который назывался «На берегах истории». Там был турнир лучников, также проходила ярмарка, и были показаны разные мастер-классы. И, собственно, Никандр показывал свой мастер-класс по резьбе. Было очень интересно наблюдать, как мастер работает, с какой любовью и трепетом он рассказывает про свое ремесло. И вот сегодня нам посчастливилось попасть к нему на мастер-класс в этот зимний день. Сначала мастер рассказал нам о технике безопасности, что нужно быть осторожным, потому что резаки очень-очень острые, и как нужно двигать рукой, как нужно нажимать на резак, чтобы все было хорошо и безопасно. Затем Никандр показал нам первое упражнение. Клюли, лежать. Теперь перехватываемся. И сначала верхушку свяжем, потому что треугольник такой длинноватый, и у вас не получится сразу полностью. И мы, смотрите, мы с кончика начинаем, и вот эту пласть параллельно строим вот этой линией. То есть. И вот срезаем вот так вот. Не ковыряем ножом никуда ничего, потому что кончик может сломаться. Оп. Мастер внимательно следил за тем, что мы делаем, корректировал работу каждого ученика. По нескольку раз с разных сторон он показывал нам, как правильно держать резак и под каким углом делать надрез. У кого-то получалось делать вырезы слишком глубокие, а у меня наоборот, получалось не дорезать. И приходилось заново прорезать, чтобы получилась нужная глубина. Но, как видите, я старалась изо всех сил. Обстановка у мастер-класса была дружеская, мы шутили, смеялись и работали. Творчество кипело, конечно, у нас. И хочу сказать, что очень важно в таком деле, чтобы учитель видел, что ты делаешь, и мог направить в нужную сторону, посмотреть, как ты держишь инструмент, под каким углом ты это все прорезаешь. Это очень здорово, что у нас сегодня получился такой вот мастер-класс. Мы так увлеклись процессом, что даже не заметили, как пролетели целых полтора часа. Затем Никандр показал нам, как затачивать и с помощью каких инструментов. Я впервые в руках держала алмазный брусок. Перец заточить, то есть вот на этом камне. Я его мочу и вот. Вижу, зажатый. Вот, посмотри на лопат, честно. Кусок прижатый к торсу. Угу. Вот, а здесь чуть-чуть дотянули вот, и зафиксировали. Угу. Теперь. Здесь угол важен. Угу. То есть они должны в центре встретиться. Да. Хочу выразить большую благодарность мастеру, потому что Никандр все понятно объяснял и следил за тем, чтобы мы все сделали правильно. Сегодняшний день точно не прошел зря. Ну а это мои корявенькие первые уголочки геометрической резьбы.